Так точно. Так точно. Пейте нам. Я знаю. Будет исполнено. Все хорошо. Так вот, сержант Стручков, нами получено распоряжение во время задержания граждан применять... Товарищ подполковник, мы и так применяем все. Простите, я еще не закончил. Нами получено распоряжение во время задержания граждан применять европейские нормы обращения с задержанными. Так, а как это? Ну, общий смысл таков. Проявлять уважение к личности. Так, а если личность такая уже сине-красная? Простите, я вас перебью. Допустим, я вас задерживаю. Где-то нет. Что значит, меня задерживают? Как меня можно? Как мне? Меня нельзя задержать. Я задерживаю. Вы еще раз меня простите, что я вас перебиваю. Представьте себе, что я вас задерживаю. Ну, допустим. Я объясняю вам ваше право. Вы имеете право на адвоката. Я? Да. Вы имеете право не отвечать на вопросы. Что значит не отвечать на вопросы? Молчать, что ли? Молчать. Именно молчать, но при этом необходимо. Нет, я не понимаю. А как это молчать? Молчать. У меня вопросы забыли, молчать. Как молчать? Что значит молчать? Молчать, Стручков, это значит молчать! Молчать и не вякать, не вякать! А если сейчас вякнешь слово, одно слово, я тебе покажу европейские нормы! Вы все поняли, сержант? Yes. Свободны.